Вот так вот. Всем доброго здоровья. Вы попали в самый разгар серьезной работы, цементной работы. Успеваем делать до морозов. Как обычно, осень пришла, все заработали в три молотка. Чем летом занимались, непонятно. Ну не, на самом деле, каждому времени этот времени года своя работа. Летом своими делами занимались. Наконец-то последнюю бетонную работу, которую должен был сделать уже несколько лет, не могу, вот руки дошли. Значит, техническое крыльцо нужно, стеночки бетонные, и потом уже крыша будет. Вот рецепт простой: 3:1, одно ведерко цемента, 3 песка и 4 щебенки, и все. Стройка кипит как в Мариуполе, очень быстро, так что мне некогда. Все, давайте, дай бог всем силы. Вот, и я надеюсь, что мне тоже хватит силы сегодня дать пятилетку за несколько часов. Вот. Ну потому что надо, потому что все, потом будут холода и дождики пойдут. Сегодня и выходные, последняя теплая погода. Делаю костистинку такую вот, чуть-чуть жестковатую, чтобы она легко туда проходила. Места там. Опа. Вчера занимался опалубкой, все укреплял, потому что опыт уже есть, когда строили дом, делали вроде сильно опалубку, на самом деле у бетона такая сила, такая большая мощь, прям разрывается, вот поэтому как только мог укрепил ее, чтобы никаких эксцессов не вышло. Протирай в этот бетономешалку. У меня помощников-то только кот один. Куда пошел, Придется самому все делать. Что будешь делать? Я думал, реально пришел помогать. А что-то он не шибко. Не шибко с него помощник. Я сначала думал взять этот, ну, вибратор приобрести, вот, чтобы это лучше утрясалось. Вот, а вот он, в принципе, посмотрел так вот, как бы смотрю на руку, трясется, думаю, пойдет нормально. Разберешь вот так вот. Так что пришлось тратить денег. Здесь старые постройки были, те, кто начинали сначала строиться в Потеряевке, там, ну, с 91-го года.
Вот. И как-то так получилось. Вот так бы на метр больше бы отступил я. Ну и крыльцо можно было бы вот это техническое чуть пошире сделать. Вот. А тут когда начал раскапывать потом, копаю-копаю, о, смотрю, а тут в это фундамент. Ну и как бы уже куда ты его уберешь, его никуда не денешь. Ну и ладно, сделал ширину насколько смог. И в принципе он мне вот сейчас помог вот в опалубке, видите, тут все это. Подкладушки всякие. Все пошло в ход. И чурки, и всякие доски, и все-все. Главная задача, значит, удержать опалубку, чтобы она выдержала, и все. А потом, понятно, все это разберем. И, ну, потому что сила бетона очень большая. И если она разорвется в момент, то дело будет. Мы когда делали вот этот цокольный этаж, у нас тоже получился разрыв. Несколько факторов в совокупности так совпало. Значит, там гнилая дощечка была. Бетон микстером лили, чуть-чуть побыстрее микстер скорость включил, и она и сломалась. Вот. Ну хорошо, там небольшой участочек, быстро-быстро там все это пришлось доделать, и был народ. А сейчас я один, поэтому мне просчитываться нельзя никак. Так, ну что, все. Вот результат трудов праведных. Тут вот маленько так чик, такая выемка прикольная получилась. Ну, наверное, расперл эти доски. Ну, в общем, слава богу, так уже можно выравнивать, порядочек наводить и дальше делать крышу, все дела.